Всем привет. Ледовое шоу «Аленький цветочек» – это настоящая новогодняя сказка о чудесах. Шоу пройдет в Сочи со 2 по 5 января. В главных ролях олимпийские чемпионы Алина Загитова и Дмитрий Соловьев. Встреча с героями шоу не только пробудит в вас самые искренние теплые чувства, но и наполнит вашу жизнь надеждой и уверенностью, что какие бы испытания нам ни пришлось пройти, все будет хорошо, как в сказке. Сейчас не удивить красивыми костюмами, но здесь просто нет слов. Золото и шелка. Одни только лепестки аленького цветочка, которые олицетворяли фигуристы, чего стоят. Ледовое шоу «Аленький цветочек» – это волшебное сплетение творческих идей, спортивных достижений, национального колорита и современных технологий. Магия, рожденная на льду. В проекте принимает участие целая плеяда талантливых фигуристов, олимпийских чемпионов и призеров международных соревнований. А все составляющие представления, от костюмов и грима до анимации и музыки, разработаны эксклюзивно. Цена на билет шоу от полутора тысяч до 30 000 рублей. А отдохнуть на новогодние выходные и праздники в Сочи будет стоить от 30 000 рублей примерно и выше. Всем удачи!